Хейо, гейсами шимки, и мы продолжаем пройти игру по названию Секира. Короче, походил я, побродил, немного упал. Да, пришлось отхилиться. Вон, оказывается, куда нам нужно было идти. Я там еще два предмета подобрал, когда бегал. Там дрожжи и успокоительные. Поэтому, как так. Ну, это там где-то до хера шаманов было. Ништяк. Все-таки здесь есть тоже сохранялка. Отдохнуть. Подожди, сколько у нас этих? Тут 41. Ни хрена себе. А есть разница, куда идти? Давайте вниз. Так. Ой! Вот гей. Манать. Налетел он. Карлик. Сейчас я еще и верхнего грохну. Ой. Не, вот это мне типа бесят вот эти мелкие. Так, я еще и по низу куда-то там. Это просто вниз проход. Зараза. Вот как ты меня увидел? Так и всего три штуки здесь ходят. Найс. Они все это место окружили, я понял. Со всех сторон. Со всех ракурсов. Со всех сторон и со всех ракурсов, да? Но я шиноби. Поэтому я все выполняю по-тихому. Так, хорошо, я вижу там что-то есть. Я еще не обнулся. Я еще не обнулся.
Так. 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 Слишком много ветродуек. Красная. Может, вертушку мне нужно втыкнуть? Тоже как вариант. Красная, белая вертушка. Не написано. Ладно. Так, погнали сюда, тогда вниз. У нас тут пещера. Пещера. Класс, 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 класс. Фу-фу-фу. Так я могу туда полететь, зацепиться. Либо туда, да, пойти. Ну, давайте в ту сторону пойдем. Что это было? Он... Что? Что? Он не цеплялся крюком. Чё за бред? Что за дерьмо? Он крюком не цепляется. Найс. Найс игра. Найс игра. Найс, 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 найс. Чё? Чё? За дерьмо. Отлично. Отлично. Дерево. Отличное дерево. Найс. Найс. Что сейчас будет? А сейчас будет заново все. А сколько у меня денег забрали? У меня... Не... Идите в жопу. Я вас понял, ребят, все. Держу в курсе, все, ребят. Отлично, сходил за предметом. Игра 10 из 10. Круто. Просто минус жизни. Не за что. Ладно, хотя бы так. Ничего себе. Я могу. А ну-ка. Засрадки. Белая вертушка. Белый цветок. Небольшая вертушка из белого бумаги, найден из утесов горы Конго. Возможно, ее занесло туда ветром.
Это просто чистая белая вертушка. Только ребенок так сделал. Так, тяжелый кошелек. Что это? Найс. Что это было? Так, капелька сакуры. Вот, обезьянье вино. Алкогольный напиток, образующий в пустых дуплях деревьев. Дуплах. Иногда случается, что фрукты, спрятанные обезьянами в дуплах деревьев, бродят. И их сок превращается в саке. Это дикое саке так не щадит, жжет горло, но некоторых умудряется не только расправа, но и пристарок его своеобразному вкусу. Своеобразный вкус. Это с колоколом, где мы были. Отлично. Вообще отлично. Да, мы с вами бах нашли, найс. Может, его когда-то кто-то будет юзать. Когда-то. Ой. Ящерку не заметил. Так, давайте я, наверное, сохранюсь. На галошку убиваем. Так, отдохнуть. Хорошо. Ну, он типа глупый, я не удивлен на самом деле. Так, здесь я могу что-то замутить по-быстрому. Нет. Ладно, пойдем тогда отсюда. Так. А может просто вот так сделать? Сделал. Проверил. Сделал на проверенном. Тихо. Так. Чё? Why you didn't this? Я не понимаю, почему это все происходит со мной. Вот куда он летит? Зачем? Зачем? Не врубаюсь. Хочу понять, но не понимаю. Да. Идем с Аким. Я хочу ту херь забрать. Топлов это что-то очень редкое. Может, это даже трава вот эта. Пиздец.
Окей. Окей. Найс. Хорошая оценка будет у игры. Ну, 10 тоже точно нет. Из-за вот этой вот механики с крюком. Поставлю я хотя бы и 9. Заебали, все. Заебали. Возвращаемся. А если так? Нет, не работать. И попробуем еще вот так. О. Неужели? Неужели? А теперь как выбраться отсюда? Забраться-то я забрался, а вот как вылезти теперь? Кто? Там торговец был? Что? Так, я хочу к торговцу, тихо. Нет, нужен торговец. Стой, 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 стой. Надо, чтобы безопасно просто упасть. Здесь точно ничего нету. Нету. Так, окей. Сейчас сохраняемся. Да, хотя сохраняемся и сразу это. Давайте туда отправимся. Так. Переместиться. Там, короче, мужик, скорее всего, будет. Ну, понятное дело, что я себе уже все проспойлерил, какие там боссы и сколько их всего, чтоб не обсираться каждый раз. Живу. Их много. А, в смысле? А, я сюда еще не ходил. Ёлки-палки. Здрасте, приятель. А что у тебя есть? Хурма. Так, максимум 2 штуки. Так, спелая красная хурма так и просит в рот. Временно позволяет восстанавливать концентрацию даже во время атаки или получения урона. Хурма осина особо питательная, возможно, потому что деревья растут у очень чистой воды. Хурма становится... Так, становится кровью. Кровь становится рисом. Хурма становится кровью. Кровь становится рисом. Это может помочь тому, у кого мало крови. Так. Ага. Пятицветный рис. Так, бутыль с пятицветным рисом, который синопи помечает важные места, рассыпая его на земле. Бутылка с изготовленной из белой тыквы, так это пополнит при отдыхе. Бутыль изготовлена из белой тыквы. Она пополняется при отдыхе у идола речика. Сам рис в ней, однако, несъедобный. Я за то, чтобы сейчас заюзать эти. А в принципе я могу их продавать. Кошелечки. У меня их даже 9 штук. Ага. Давай 2 используем. Так сколько оно хотя бы стоит у тебя? Подожди. 1600.
продать предмет. 2 берем. Так, купить. Риск покупаем. 2 хурмины. Так, хорошо. Так, теперь. Ты мне объясни рис. Его количество использования 5. В хранилище. Это одноразовый. Все, окей, не используем. Так, у нас предметы, которые я могу использовать. Ни хрена себе. А это у нас стоп. Ох ты, ё-моё. Окей. Окей, окей, окей. Ну ладно. Так. Не смотрите за жучками. В жопу. Они мне мешают. Так, а гигант что, одноразовый? Запрятался. Так, 5 секас. Все. Глупый котик. Шардуха. Так, подожди. Сколько мне... О, я апнулся, ништяк. Все. А мне все равно... Ладно, сейчас по-быстрому все сделаем. Сейчас все по-быстрому сделаем. Они дружелюбные или я не понимаю? По ним меня не трогают. 50-50 на самом деле. Да. Так, поговорить с этим. На, тебе цветочек. Так, отдать красно-белую вертушку. Мне кажется, лучше белую дать. Красно-белая. Это с кровью. Белую нужно. Это тот самый чисто белый цветок? Это же... Я теперь вспомнил. Все они дети. Вот, молодости. И я вроде хотел найти белую вертушку. Вертушку для того ребенка. Могу я попросить об одолжении? Что? Ты не мог бы похитить меня? Не понял? Я про тебя знаю. Ты синоби, так? Мона говорит, что синоби могут похищать людей.
Так будьте среди так и не было. А зачем тебе это? Я уверен, что если исчезну, то укажусь там, где все остальные. И тогда я их увижу. И в конце концов мне по оружию пригласят за детьми. Ты ведь можешь это сделать, да? Отказаться. Я не могу. Понятно. Если придумаешь, пожалуйста, скажи мне. Блин, чел. Блять, это грустно, слышите? Ты не мог бы меня похитить. Я уверен, что с исчезнением это окажется там, где это... А почему я не могу согласиться? Типа, а здесь понятно то, что... Ладно, не суть. Значит, не суть. Может, рели мне нужно гатину использовать? Да уж. Давайте попробуем гатину использовать. Но они со временем сдыхают, поэтому у меня, скорее всего, будет очень мало времени, чтобы добраться туда, куда мне надо. Поэтому нужно делать все очень быстро. Так, отдохнуть. Хорошо, давайте тогда быстренько. Я попытаюсь с помощью гати это сделать. А ну-ка, теперь могу. Почему я не могу? Так, хорошо, место идола где у нас? Эй, мне нужно было его не убить, а я тогда не знаю, окей. Ладно, возвращаемся тогда. Интересно, сколько вообще леденец длится? Но он довольно, я вижу, хорошо помогает рели. Ой, пропал. Сука. Не мешайтесь. Бабке риса дать. А. Знаменитые фрукты, да? Есть два вида. Рис. Ласт. Инвентарь. Красно-белый. Так, небольшая вертушка с красно-белой бумаги найдена на сколько горы. Конго так и верно же пропала. У меня есть семечко? Ё-мо, у меня семечко есть. Так.
идол поставить стоять. Разрушенный храм. Все равно нам два раза перемещаться. Я хочу, короче, хил взять. Блин, а нужно было... Айл. Нахуя мне тогда это 3, блядь? Нахуя 1600 потратил, сука? Лучше нужно было потратить 1400 на то, чтобы купить этот. То предыдущее. Дело предыдущее, да. Да. Сейчас я еще этот возьму, короче. Замутим одну вещь. Так, топор у нас стоит, хорошо. Так, а я семечко тыквы дам. Goodbye. Давай, до свидания. Я понимаю, что сейчас будет, поэтому... купить предметы. Зачем мне заметки? О! Сразу большие купим за 500. Так. Перемещение. Так. Сёнгю. И там, короче, есть помости. Сейчас пойдем по помосте, попробуем. Пока еще есть времечко. Ну, уже время как бы нету. Но мы сходим хотя бы попробуем. Я же говорю, что я себе все проспойлерил. Поэтому нечего удивляться. Так, отлично. Ну, в принципе, здесь у нас больше ничего нету. Блин, нужно, наверное, было красную дать ему. А вот... А, там колокол, точно. Точно. Вот, мужичок. Так, стоять. Вот это я не знаю, ну блин. Что за херь? Так. Тихо. Чё? Так, слышите это, спидранеры? Вы там давайте юзайте механику. Короче, просто делаем так, чтобы он побежал в этот. Да, я, короче, посмотрел спидраны всякое, ну, кто как проходит, да, по-быстрому, так, тактики. Ну, и вот это... Сука. Изи. Отдохнуть. Ладно, давайте, короче, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.